Ну, какое вам дело до того, что у меня произошло с женой? Разводимся мы с ней или не разводимся? Это наше личное дело. Ошибаетесь, уважаемый, это дело общественное. Вы своими разводами резко снижаете наши показатели. Так что же вы от меня хотите? От лица общественности я прошу вас повременить с разводом до конца квартала, понятно? А потом разводите сколько вашей душе угодно. Когда вы говорите, Иван Васильевич, впечатление такое, что вы бредите. В каком смысле?